Я организатор прекрасный, всем будет у меня приятно, чудесного форума, чудесные выставки в храме Конфуция. И здесь мои работы тоже находятся в храме Конфуция, поэтому я, к сожалению, не могу представить их сейчас. Но я вообще представляю реалистическую школу музыки, живописи, работаю маслом, акварели, сегодня угадали, какие очень интересные мастер-классы. Здешним молодым художникам, студенткам, нам очень понравилась эта публика, она очень заинтересованная, очень открытая, и мы много очень завязали таких контактов, интересных, и нам хотелось бы очень продолжать это сотрудничество. Так что большое спасибо всем, кто имеет отношение к этому мероприятию, потому что если бы не вы, то нам бы не удалось получить так много удовольствия от этой замечательной поездки. Так что большое всем спасибо, всем удачи.在我之前，可能我也同事朋友们都说了很多了，然后我也想再补充几句。的确是这样的，我这次来中国，出国非常大，不仅仅是欣赏中国的风景，然后参加了本次展览。那么今天我们还在这个也是跟中国画家一起举行了这个大师班讲座，跟中国的这些学术画的同学们进行了很好的交流。然后对我来说，此次的中国之行的确是非常难忘的，也是我觉得我们这样的交流应该。经常多举办一些，把它就是作为一个两国交流的一个很好的一个平台，然后让中国的这个艺术家跟俄罗斯的艺术家可以经常这种见面交流，促进两国艺术家的共同发展。那么在此我也感谢所有的这个参与到本次活动的主办方、协办方，还有所有的这个朋友们，感谢你们为本次这个活动的付出，希望你能够获得快乐健康，谢谢。好，那么接下来。